всем привет! Отличного всем настроения! Сегодня понедельник! Вот. Мы едем по делам. Ну, у нас много дел, но мы решили сегодня все не делать, отложить кое-что на завтра. То, что можно отложить на завтра, мы отложили, потому что это уже так долго откладывается и подождет еще один денек. А сегодня то, что 100% надо сделать, мы сделаем. Вот. Опять мы тут в пробке небольшой стоим. Но это временно. А то вы можете посмотреть, вот какие грузовики, дома. Вот этот вот большой КамАЗ, кстати, который все перекрыл, везет очень длинные плиты. А чего да не видно? Видишь, все закрыл, везде. Все, короче, у нас зеленый, у них зеленый. А тут нету машин сейчас. Да как так-то? С этой стороны. Вот вы не попали. А там обычно здесь зеленый, и там зеленый. И они стоят, и мы едем, и им можно ехать, и получается пробка. И, особенно, когда тьма машин стоят. В тот раз мы так ехали, была прям пробка, там была тьма машин. Вон эвакуатор какую-то машинку забрал. Где? Ну там, впереди, по этой полосе. А, не видно. Эвакуатор тут работает, тут парковок нет, можно просто вот забирать. Тут раз, не помнишь, каждого случайно. На набережной ехала, там аж штук 5, что ли, этих эвакуаторов, видать, забрали машину, отвезли и едут обратно. Еще там, естественно, за новую порцию. Да так дофиги. Thank you.
Марселька! Марсель думает, как выиграть меня в крестики-нолики. Мы почти в лесу. Здесь просто аллейка такая из берез. Джунгля. Змеи везде. Рыбий.